Что вы готовите на завтрак? Что вы узнаете по запаху? Что любят взрослые и дети? Что есть рубеж тысячелетий? Раньше девятка была крутая машина. Я чувствую давление, так шагает мое поколение. Сейчас девятка — это яйца в магазине. Знали взрослые и дети, что после 9 сразу будет 10? 1, 2, 3, 4, 5. Будем яйцами считать. 6, 7, 8, 9. Как же дальше нам считать? Теперь по экономике считаем. После 9 ноль получаем. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эх, уважаемый, что там мне такие же яйца? Раньше приносил яйцо, одно всегда в смятку. Ну, посчитаешь, да, их девятка. Но ты-то знаешь, что их была десятка. А яйца в семье должны быть под рукой. Яйца не в дом, не сутыдность, не покой. Теперь приносишь 9. И целые все, и радости, что не разбились, нет совсем. Терпение и спокойствие. Может, мы теперь яйцами налогами платим? Так сказать, округляем и бюджет яйцами пополняем. Слушайте, мужики, колокольчики мои, может, это вам яиц не хватает? 3. Чем больше, тем лучше. С яйцами так не бывает. Увидите, как люди у тебя. Положено, столько штаны и помещают. Яйца богаты живительным белком. А может, это Кощей? Утренники все прошли, он там с Дед Морозил, что-нибудь себе отморозил, теперь ходит так, с народ яиц собирает и силушку свою пополняет. И с утёной зимой, и зелёною весной, и с тобою, и со мной, это яйца. А вот попробуй теперь попасть в десятку, когда их девятка. Яйца. Считаем, и следующий Новый год 21-й отмечаем. Что лучше, 9 яиц или 10? 10. Почему? Потому что это больше.